Добрый день, уважаемые коллеги! Я очень рад открыть 5-ю международную конференцию «Музыка, философия, культура», которая у нас в консерватории проходит каждый год. И вот 5 лет подряд это в свое время начиналось как такое явление в том русле, что консерватория обрела статус университета. И это, так сказать, внешняя формальная сторона, но есть и гораздо более существенная сторона. Развитие искусства сегодня, развитие музыки сегодня и теории музыки сегодня совершенно невозможно без какого-то концептуального философского осмысления. Об этом постоянно пишут сами композиторы, создающие современную музыку, в том числе Владимир Григорьевич Тернопольский, который все время радует за то, чтобы было вот именно общегуманитарная была ориентация, такой широкий охват культурных явлений. Потому что действительно мы живем в такое время, когда невозможно замыкаться вот в чистой теории искусства как таковой, и тем более в чисто технической теории искусства. Наоборот, сама техника, мы сейчас это очень определенно понимаем, и это настоятельно требуется временем, сама техника должна ставиться в философский контекст и получать какое-то общекультурное обоснование. И опять-таки, повторяю, сами композиторы этим тоже нередко занимаются. Ну, у нас сложилось так, что конференция прошлого года проходила, она была посвящена 150-летию Вячеслава Иванова. Вообще, часто они связаны с юбилейными датами. До этого была конференция, посвященная Шеллингу. Но самая первая конференция, с чего все начиналось, она была посвящена двум нашим профессорам, Алексею Лосеву и Александру Михайлову, которые оба работали в Московской консерватории. Один был учитель, другой ученик. Но работали они в совершенно разные не просто годы, а в разные эпохи. И вот также сложилась хорошая традиция, что мы постоянно сотрудничаем с кем-то в организациях этих конференций. Это может быть и Том Лосева, который постоянно участвует, и вот Елена Аркадьевна Тахогоди, ее пока сегодня нет, она представляет этот дом, и Российский государственный университет, который представляет наш заведующий кафедрой гуманитарных наук Олег Ильич Марченко, и Русское зарубежье. Ну, короче, тут у нас очень широкий круг партнеров. Приятной особенностью этой конференции будут презентации новых изданий, которые пройдут сегодня вечером у нас здесь, и завтра, завтрашний день, в доме Лосева, а послезавтра реприза снова здесь. Вот такая трехчастная симметричная форма. Но сегодня приглашаю всех в 6 часов, ровно в 6 часов, на презентацию нашей юбилейной двухтомной энциклопедии «Московская консерватория 1866-2016».